Первая победа и очередное поражение. Черноморец завершил первую часть турецких сборов матчами с македонским «Вардаром» и болгарским «Дунавом». Македонцев удалось победить благодаря спорному голу. Перехватив мяч у штрафной площади македонцев, партнеры навесили на Антонова. Нападающий бил с острого угла головой, серия рикошетов, и мяч ударился в районе линии ворот. На 70-й минуте вратарь одесситов Андрей Новак парировал пенальти. В игре с болгарами одесситы проиграли 1-3. Единственный мяч на 77-й минуте красиво забил темнокожий новичок. В расположении моряков вернулся бразилец Сильвио. Кроме того, в черноморце на просмотре находится бразильский игрок Олимпика Гути. Отмечу, что все игры проходили на фоне двухразовых тренировок. Надо отдать должное ребятам. Они старались выполнять работу качественно, профессионально, отдавались на этом непростом этапе. У нас запланировано 2 выходных, и уже 30 января мы возобновим двухразовые занятия. Запланировано 6 игр. В них мы будем наигрывать состав, который начнет официальные игры. Игры у нас контрольные пройдут 2, 5, 8 февраля. Соперники пока уточняются.